Личности нужно ее сначала прокачать. Ребят, я пытаюсь читать вопросы, но их очень много. С нуля выйдет видео с моим платным вебинаром, но оно будет... Что? Офисы, люди, сотрудники, а у нас ничего, даже посмотреть не на что, только ноутбуки. Сидят бизнесмены и говорят, блин, как хорошо у инфобизнесменов. Сидят на Бали там с ноутбуками, деньги зарабатывают. Так что, отличий масса. На мой взгляд, в России сейчас такая ситуация, что онлайн-бизнес вести проще, чем офлайн. Ну, по крайней мере, из тех историй, которые я знаю. Как заработать бабосы в интернете, если ты слепой? Ну, я слепой, но зарабатываю. Как относишься к... Зарабатывать на обзоре собачьей еды. Прикольно, но я думаю, что много не заработать. Как и почему поднялись те или иные блогеры, нужно смотреть, у всех разный путь, все разные вещи делают, но большая часть блогеров на YouTube поднялась, потому что она была первыми в какой-то нише. Как с... Ой, Юлечка, моя ты радость, говорит, я бы тебя не узнала. Что будет с YouTube через 10 лет? Я думаю, что YouTube-то будет существовать. Может быть, будет, знаешь, какой формат? Может быть, будет больше каких-то панорамных видео, может 3D-видео в каких-то очках. Но YouTube будет существовать, с YouTube ничего не случится. Когда на YouTube на всех каналах будут платные подписки? Не будет платных подписок на всех каналах. Как заработать на самом себе? Можно стать вебкам-моделью и показывать сисечки на вебку. О! YouTube убивает телевидение. Ну, телевидение тоже не умрешь. Большие деньги и свобода совместимы даже. Я думаю, что большие деньги и свобода более чем совместимы, потому что когда у тебя есть деньги, ты можешь быть относительно свободным. Вот я, например, завтра, в принципе, весь день свободен, просто потому что у меня есть деньги. Мне не нужно думать, где их достать. Конечно, у меня завтра вебинар в 7 часов, я рад, если вы придете, я приглашал уже вас. Конечно, у меня завтра тренировка в 11, но в принципе это все отменяемо, это все решаемо. А когда я работал на работе по 8 часов в сутки, было, конечно, тяжело. Можно ли заработать на онлайн-радио? Я думаю, что можно копейки. Что делать, если тематика канала просела на нуля? Пытаться перегнать трафик на другой канал или есть более рискованное решение на этом канале перебивать тематику? Нужно ли заниматься сейчас YouTube? Если есть Перископ или Twitch, на Twitch можно много денег поднять, а на YouTube больше можно поднять, чем на Twitch. Все нормально? Как заработать на продаже снега? Моя-то радость. Отличный вопрос. Но нет. Долго ли будут актуальны перезаливы Перископа? Я думаю, нет. Я думаю, что перезаливом Перископа еще полгода жить максимум. Потому что потом начнут люди или страйковать, или монетизацию включать, или медиасети перестанут принимать. Потому что много очень будет этого говна, я уверен. Это как с любым говном. Всегда такая. Какая ниша самая лучшая для старта и для канала, кроме игр? Жизнь на зоне. Очень хорошая ниша. Проводили аналитику. Про зону очень мало роликов. Хорошая ниша для старта. Рекомендую. Что вызывает у людей неподдельный страх в начинаниях и заработке? Люди боятся выйти из зоны комфорта. Раз. Людям не хватает мозгов. Два. Мне сегодня на оценку пришли 5 каналов моих партнеров по UDK, моих рефералов. Я посмотрел эти каналы, мне страшно стало. Я рассказываю все время про теги, про описание, про хорошее название. А в итоге ни хрена, люди так и не ставят. Дадут ли на зоне вести YouTube канал? Дадут. Как создать свою интернет-империю? Нужно много работать, чтобы создать интернет-империю. Быть арбитражником тяжело, арбитражником быть очень нервно, я немножко занимался этим, но это жопа, я считаю, это очень тяжело. Надпись «Гарантия возврата денег» помогает ускорить процесс продажи, она не ускоряет процесс продажи, она повышает количество покупок. Она позволяет бороться с возражениями немножко. Что такое пинговать видео, вы узнаете на завтрашнем вебинаре в 7 часов, это важно. Панда, вопрос на миллион, что лучше, фокусироваться на одном проекте или на трех сразу, смотри. Я про это уже говорил, это принцип стены. Возможно, если ты будешь бить в один проект, ты быстрее пробьешь стену. Но может быть, в одном из этих трех проектов в стене будет слабое место, и тебе будет легче пробить. Нужно очень внимательно смотреть, тут нет однозначного вопроса. Почему YouTube так популярен, если перевод сайта немного смешной, изначально кажется, что это провал? YouTube, ты не понял вопрос. Зайдут ли обучение языку картавых? Язык картавых. Кирпичный язык, кто знает, пацаны? Пососасан насанысы, кто соз насаи сетки, сир песичный сы, еси засык. Насащу сет, засавтра сашни си васа, веси беси насара, саусон бусуди сетка сани сеш насап ласатный сы.
Мусож до соли си, просада до савасати, звесоз до сына сани си биси. Даса, просада савасали си, чусю вас саки си, звесоз до сына сани си биси. Бысили си тай саки си и си. По саму сови си мусу, а сани си диси ла сали си, краса си си вы си и си, си серти си фа, си касаты си. Ну вы сказали кирпичный язык. Да. Прикольная фигня. Да, это кирпичный язык или соленый язык. Что будет, если через 20 лет все начнут работать в интернете? Не будет такого никогда. Никогда такого не будет. Даже если вдруг каждый человек начнет делать YouTube-канал, получится у одного из сотни. Потому что людям даешь советы, они слушают, кивают головой и ничего не делают. Их, видимо, в школе так научили. В школе же знаешь как? Что-нибудь расскажут. Ты вообще, я вот по математике, я так и учился в школе. Ничего не понял, что сказали. Понятно все? Да, понятно. Люди также на YouTube учатся. Да, завтра в 7 часов будет платный вебинар. Он называется YouTube для чайников. Правильная раскрутка и оптимизация видео. Да. Это очень прорывной вебинар. Я прям гарантирую, что если вы посмотрите этот вебинар, который стоит эти копейки, и у вас ничего не получится, я прям деньги вам верну. Потому что там не может не получиться, если делать все правильно. Но это совсем другая история. По поводу приобретения вебинара Матвей Северянин ВКонтакте. Месет Крусут. Даса. Так, сколько стоит? 700 рублей стоит участие. Выгодно ли заливать на YouTube официальные кинофильмы? Выгодно, но удалят и забанят канал. Перевод сайта Вытруба, да. Панда, пишу вопрос, ты мне отвечаешь. Понятно. Какая психология человека? Я тебе рекомендую, если это интересно, почитать книги по социальной психологии, как люди принимают решения. Есть очень хорошая книга «Как люди думают». Есть хорошая книга «Стой, кто ведет». Это целый комплекс знаний. Нельзя так просто заставить человека подписаться на канал или что-то сделать. Но в целом люди подписываются на каналы, которые им интересны, которые часто дают хороший контент, полезный. Там совокупность факторов. Сколько сейчас стоит реклама на YouTube за 1000 просмотров? Ну, я считаю, что за 1000 просмотров можно объективно дать не больше 100 рублей. Но надо знать тематику, потому что в автотематике может быть дороже, в бизнесовой тематике может быть сильно дороже, а в игровой тематике может быть сильно дешевле. Как попасть на вебинар, если они нищеброд? Ну не попадай на вебинар, оставайся нищебродом, в чем проблема? Проблемы же нет, брат, никто же тебя не заставляет. Абсолютно твое дело. Это, кстати, очень низкая цена. Это твое решение. Ты же, смотри, понимаешь? Быть нищебродом или не быть, каждый решает для себя. Если тебе хочется быть нищебродом, оставайся нищебродом. Нет проблем? Когда ты ищешь покупателей, ты рисуешь портрет клиента? Сейчас нет, потому что я клиентским продвижением не занимаюсь, а своих покупателей, свою целевую аудиторию я давно уже знаю. То есть у меня есть портрет клиента, я примерно представляю, кто у меня на каком канале обитает, где у меня какая аудитория. За очень редким исключением я хорошо знаю свою аудиторию, поэтому мне уже это не нужно. Как не быть нищебродом? Мне кажется, что нищенство – это мышление. Мне кажется, что нищета – это реально мышление, и с этим мышлением нужно бороться. Мне с этим мышлением помогали бороться хорошие подкасты бизнесовые и книги. Самая плохая ниша в 2016 году – перископ и Давидыч, я вчера отвечал. Когда лучше начинать заниматься Ютубом? Лучше было начинать 5 лет назад. Если бы ты был миллионером, я миллионер. Итак, ну рублевый, правда. Потом за вебинар взять можно, да. Что скажешь про заработок с одностраничников? Ну, я не понимаю этот вопрос, потому что, ну что, ну заработок с одностраничников. Вопрос не в качестве одностраничников. Панда Пепа, спасибо, дорогой. Вопрос же не в одностраничнике, вопрос в том, какой у тебя трафик. А как ты умеешь продавать, что ты продаешь. Там же много очень вопросов. Как можно ответить про заработок с одностраничников? Одним словом, я вообще не понимаю. Это вебинар можно делать, заработок с одностраничников. Можно зарабатывать, но вопросов нет, если товар прикольный. Спасибо за приглашенных читателей, Васек. Спасибо. Спасибо. Во! Классная идея. Канал, где ты крепишь экшн-камеру на питомца. Это может быть прикольно, но питомцу нужно в какие-то такие места попадать необычные. Или вот у меня есть пес, например, вот на него можно экшн-камеру крепить, если не стырят камеру. Он гуляет где попало вообще. Вот это можно. Но это довольно сложный контент. Какие у меня планы, кроме YouTube? В этом году квартиру хочу купить. В этом году я хочу книгу дописать. В этом году хочу прочитать где-то книг, наверное, 50-60 за год. Хочу читать книгу в неделю. Пока что укладываюсь в график.
Нужно примерить камеру на собачку, да. Я не понимаю, просто вопрос, как сохранить пиар канала без бюджета, до меня не доходит, поэтому я не могу ответить. Да, я думаю, что скорее всего двушку или трешку, посмотрим, как по деньгам будет. Да, еще одну квартиру, да. Я не знаю, какая ниша самая плохая в YouTube. Я не провожу аналитику самых плохих ниш. Я смотрю, что хорошо заходит, самая плохая ниша. Да какая разница, какая ниша самая плохая? Мне кажется, не надо фокусироваться на глупых вопросах. Можно ли снимать обзор какого-то дерьма с классной подачей? Можно, почему нет? Какие сильные конкурентные возможности имеет Перископ? Перископ, как игрушка, и телефоны есть везде. С распространением интернета Перископ будет супер популярен. Но у Перископа уже есть перекосы, в том плане, что начинающим очень тяжело в нем продвигаться. Очень тяжело. Да, Трейс я очень быстро прочитал, но правда для меня много воды там в Трейсе. Панда Пепа, удачи, дорогой. Удачи, малыш. Спасибо, что смотришь, спасибо, что приходишь. Панда Пепа, ты лучший просто. Самый четкий пацан на этой трансляции. Вопросов то много, то мало, и как-то тяжело отвечать. Зависит ли успех в жизни от учебы в школе? Абсолютно не зависит. Детский канал с обзором игрушек, говорит, хорошая идея. Очень плохая идея. Есть аналитика на этот счет. Можно ли подняться на Твиче без YouTube канала? Я бы не стал, я считаю, тяжело. Как стать моим, как Юля? Но Юля, нет, нельзя стать как Юля. Привет, здорово. Какие фильмы предпочитаешь? Почти не смотрю фильмы. Но последний фильм, который я посмотрел, если это можно назвать фильмом, был Владислав Гандапас «Самый менеджмент, самая мотивация». Не смотрю кино, считаю его пустым обычно. Во! Когда я смогу потыкать свинье Бэтмену в глаз? Вот это вопрос. Пожалуйста. Пользуйся. Что лучше, снимать по дотке или Вову? Лучше не снимать дотку или Вов. Как дальше работать после спада Ютуба? Да мне кажется, предпринимательское мышление не даст пропасть. Я бы нашел. Слушай, ну $1000 я всегда найду, как заработать, мне кажется. Нет? Если будет интернет, как заработать $1000, я всегда найду. Стоит ли накручивать себя в перископе? Ну, у меня два товарища накручивали, результат плохой. Я бы не стал. 2100 рублей для начала на YouTube это немного, это не огромные деньги, но можно попробовать стартануть. Можно нормально сделать за... Как быть самим собой? Не знаю. Может быть, не стоит быть самим собой, если ты стрёмный? Так, Twitch или Перископ, что лучше для заработка? Twitch. 200 тысяч, но это нормальный бюджет, но не огромный. Что-то сегодня как-то вот с интересными вопросами тяжело. Маски с Алиэкспресс, кому они нужны? Ну это же, это мелочь, понимаешь? Вот, блин, вы не мыслите как-то многие стратегически. Надо мыслить мощно, далеко. Вот как можно заработать 200 тысяч рублей на масках с Алиэкспресс? Сколько надо их продать? Да миллионов надо продать. Это несерьезно. Надо искать те ниши, где можно легко за пару месяцев выйти на заработок хотя бы там с нуля на $1000. Мешается ли правительство в деятельность ютуберов? Да правительство насрать на ютуберов, у них другие проблемы, малыш. Ладно, будем считать, что чемпион сегодняшнего выпуска уже определен. Чемпионом сегодняшнего выпуска становится Артем Чернышов. Не забудьте, завтра в 9 утра на канале «Заработок в интернете с нуля» выйдет видео «18 бесплатных способов пиара». Действительно, очень крутой будет ролик, я вам гарантирую. Это был платный вебинар, люди были в восторге. Артем Чернышов победил, я ему сейчас скину свой видеоурок платный. Вот. Ну и завтра в 7 часов вебинар. Можете написать мне в ВКонтакте «Матвей Северянин», если хотите поучаствовать. Вебинар платный, ну потому что группа закрытая, зато можно получить реальную инсайдерскую информацию. Всем спасибо, всем удачи. Спасибо, что смотрели.